пока. Но дуэлью мы это, друзья, уже не можем назвать, согласитесь, потому что три, на данный момент, три французских спортсмена. И семье Инвентуро уже на финише, подарок пытается обыграть своих друзей, но посмотрите. А третьим отрезке проиграно слишком много. Но, с другой стороны, друзья, ничего не потеряно, если он проиграет и съедет Инвентуро. Давай, давай! Давай! Ну что, шестой результат показывает Томас Фанара, 2.46.73, друзья, и мы с вами видели, да, вот две ошибки, казалось бы, не такие грубые, одна из них у вас на экране, на несколько сотых, и все-таки отбрасывают его за тройку лидеров. Ну а вы сами видите, что у нас уже, конечно, напряжение все возрастает и возрастает.